Николай Расторгуев опроверг слухи об эмиграции в Германию. Николай признался, что ему надоело оправдываться за то, чего не делал. Он заверил поклонников, что если и живет за границей, то это связано исключительно с работой. Ни о каком постоянном времяпровождении не может идти и речи. Расторгуев назвал идиотом человека, который сделал информационный вброс относительно его отъезда из России и посоветовал переживающим не верить в эту чушь. Конечно, это вранье, они же головой не соображают. У меня есть аккаунты в соцсетях, выставляют там свои перелеты по России. Вот как летать из Германии сюда на гастроли? Это нереально, физически. Это бред сивой кобылы, высказался Николай.